Если в результате беременности у вас случился диастаз, это расхождение прямых мышц живота, процедура М-скаута позволит сократить расстояние между расхождением и опять-таки сделать ваш живот плоским и эстетичным. Чтобы узнать больше о процедурах после беременности и родов, нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом ролике вы узнаете, как быстро привести в порядок свой живот после беременности и родов. Досмотрите этот ролик до конца, чтобы не пропустить самое важное, и поделитесь этим роликом с друзьями. И вы можете скачать памятку о том, как эстетически поддержать свое тело во время беременности, нажав на ссылку под этим видео. Также по данной ссылке вы можете записаться на консультацию. Ни для кого не секрет, что процесс обратной эволюции женщины после родов составляет ровно столько, сколько составляет период беременности – 9 месяцев. 9 месяцев женский организм, женское тело восстанавливается и входит в то состояние, которое оно было до беременности. Это касается и гормональной системы, это касается нашей кожи, это касается подкожной жировой клетчатки. И поэтому настраивать себя нужно на то, что 9 месяцев мы с вами ждем какого-то определенного результата. Но это не значит, что в течение этих 9 месяцев мы будем с вами, сложа руки, сидеть и ждать, когда же случится чудо. Чудо, как правило, может не случаться. И поэтому мы должны помочь и природе, и своему телу стать красивым и здоровым. Я начну историю скорее с грустного момента. Бывают такие печальные истории в жизни, когда пациентка, женщина, родив, оказывается одна, потому что она перестала быть интересной своему мужу, потому что она стала не такая красивая, тело стало не такое ухоженное, появился живот, который висит, и самооценка при этом падает очень сильно, и женщина начинает быть зациклена на своих проблемах. Ей кажется, что она некрасивая, неинтересная, она не нужна никому, ни своему мужу, ни кому вообще на этом свете. И, соответственно, эта проблема становится уже не просто эстетической, она становится психологической. Вот с такой проблемой мы и столкнулись с одной из наших пациенток, которую оставил муж. Ну, оставим в стороне другие причины, по которым это могло бы случиться, но тем не менее, полугодовой ребенок, она одна, она в глубокой депрессии, послеродовой, не послеродовой, это уже дело 25-е, и живот, стоящий впереди, на котором почему-то она стала зациклена, ей казалось, что вот именно этот живот является причиной всех ее неприятностей в жизни. За 4 процедуры мы сделали этот живот плоским, рельефным и красивым, эстетичным. Что я хочу сказать? Как мало иногда нужно нашим пациентам, чтобы начать верить в себя. И наша задача, чтобы мы нравились самим себе, глядя в зеркало. Пациентка стала нравиться себе, и она стала нравиться другим мужчинам. Нравьтесь себе. Самая первая проблема и самая часто, с которой обращаются женщины, это живот не уходит. То есть живот стал большим, и несмотря ни на что, он не желает становиться меньше, не желает сокращаться. Ни живот, ни кожа, ни мышцы. Что мы в таких случаях делаем? Хочу попросить и порекомендовать всем женщинам носить бандаж во время беременности. Бандаж значительно облегчает и физические нагрузки, которые вы можете претерпевать, и, соответственно, вот растяжение и опущение, и слабость мышц в том числе, конечно, бандаж помогает. Это первое. Второе. Если кожа склонна к растяжкам, пожалуйста, используйте любые средства для кожи, которые помогают ее сделать более эластичной, более мягкой, более растяжимой. Тогда на вашей коже не будет критически образовываться рубцы, стрии, растяжки. Если проблема уже сформировалась, ее нужно решать. И решать ее нужно в зависимости от двух составляющих. Первое – кормите вы грудью или вы не кормите грудью. Если вы кормите грудью, то тогда многие физиотерапевтические процедуры будут на какое-то время отложены. Но это не значит, что вы не можете делать процедуры, которые не влияют на ваш гормональный уровень. И поэтому, если вы хотите получить быстрый результат, мы можем рекомендовать вам все процедуры, которые не относятся к тепловым. И прежде всего, это процедура M-Sculpt. Если в результате беременности у вас случился диастаз, такое тоже часто бывает. Диастаз – это расхождение
происхождения прямых мышц живота. При этом процедура М-скаута позволит сократить расстояние между расхождением и опять-таки сделать ваш живот плоским и эстетичным. Результат заметен фактически сразу после процедуры, и он усиливается в течение месяца после окончания курса. Если женщина не кормит грудью, если она не лактирующая, то, конечно, мы можем назначать любые термические процедуры. Мы можем назначать Экселис, мы можем назначать ударно-волновую терапию. Если у женщины уже сформировались стрии, растяжки, мы можем добавлять фрикционные методики, которых мы не упоминали, но которые активно могут в этом периоде использоваться. В клинике Триактив накоплен огромный опыт работы с эстетическими проблемами тела. Поэтому, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь, обращайтесь к нам. И вы можете скачать памятку о том, как эстетически поддержать свое тело во время беременности, или записаться к нам на консультацию, нажав на ссылку внизу этого видео. Нам важно ваше мнение, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.